Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Mercedes AMG C43. Ремонт задней части. Хотите купить авто в США? Эти парни могут вам с этим помочь. Спонсор этого видео – авто на заказ. Официальный автоброкер и экспортер в США, имеющий лицензии и доступ на автоплощадки и аукционы по всем штатам Америки. Покупка авто, мото и тяжелой техники, новые, БУ или с повреждениями. 10-летний опыт в автоэкспорте. Отправки ведутся из 10 портов по всей Америке, включая Гавайи. Обращайтесь к профессионалам. Авто на заказ поможет вам в приобретении вашей мечты выгодно. Ссылка в описании. Машину разобрал сам владелец. Устанавливаем машину на стапель. Итак, машина на стапеле. И сначала я вытяну, а затем удалю поврежденный металл.
После нагрева приклеенные детали удаляются проще. Здесь пока все. Закончу позже. Теперь разберу на куски донорскую часть. Она тоже не ахти, имеет несколько вмятин. Последняя часть, и я имею необходимые детали для замены. Теперь я вытяну правый задний лонжерон и затем часть удалю. Немного подровняю заднее крыло, затем поставлю его на машину и выровняю швы соединений. Теперь я удаляю последнюю часть.
Итак, весь ненужный мятый металл удален, и я должен сварить все эти детали. Ладно, начинаем сварочные работы. Некоторые детали сделаны из алюминия. Креплю их на кузовной клей и заклепки. Заклепки 6 мм. Thank you.
Устанавливаю заднее крыло и проверяю зазоры. Зазоры все в порядке, свариваю. Итак, сварочные работы сделаны. Сварочный шов заливаю оловом. Теперь подровняю немного заднее левое крыло, установлю фонари, бампер. Моя работа закончена, отдаю машину владельцу. На эту работу ушло 72 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!